Спартакиада длилась 4 дня и прошла в соответствии с порядком военного положения. Штат одной команды укомплектован капитаном патруля, связистом и медсестрой. По правилам, каждый член команды должен был взвалить на плечи снаряжение в специальном весе. В общем, все команды прошли по 5 километров на лыжах. Эстафета, вот и... Зимняя эстафета прошла на очень высоком уровне. Несмотря на плохую погоду, мы приложили все усилия. Для нас защита чести нашей команды в приоритете. Закончил упражнение рывок, 140 подъемов. Перед этим было упражнение толчок, сделал 120 подъемов. Соперники были сильные, борьба была достойная. В общекомандном зачете по лыжным гонкам победу одержали военнослужащие регионального командования «Восток». Серебро – представители сил воздушной обороны. Третье место досталось бойцам десантно-штурмовых войск. Айгерим Бегенова, Зарина Беккалиева, Салтанат Бейсенова, Максим Дик, Кукшиакпарат.